общем, ребята, кентуха на проводе, и прямо сегодня я взломаю аккаунт моей девушки. Да, ребята, я не по мальчикам, у меня реально есть девушка, она прямо сейчас стримит. Я зайду к ней на аккаунт и буду ее взламывать, потому что у меня есть данные от его аккаунта, и это будет очень весело. Я вам это гарантирую, поэтому присаживайтесь поудобней. Обязательно, ребята, не забудьте про лайк, обязательно подпишитесь и напишите любой хороший комментарий. Поехали! Ну чё, пацаны, прямо сейчас Ланетка играет там с кем-то дуэлечку, что потеет, старается, у нее там 500 зрителей. И сейчас кем-то ПК все испортит, потому что я зайду на ее аккаунт и начну творить всякую дичь. Поэтому, ребята, присаживайтесь поудобнее, потому что сегодня будет очень горячо, я вам это гарантирую. Короче, ребята, надо говорить как можно тише, чтобы Ланетка не поняла, что я ее пранкую и что это именно я из соседней комнаты ее взламываю. Все, ребята, поехали взламывать, ха-ха. Я прямо сейчас пытаюсь зайти на ее аккаунт, ее сейчас будут выбивать, она сейчас будет злиться, потому что она не будет понимать, что с ней происходит. А это Кента ПК пранкует. Так, ребята, я зашел. Давайте, знаете, что сделаем? А, блин, она меня обратно выбивает. Так, ребята, я второй раз зашел на ее аккаунт, надеюсь, она меня не выбьет. Так, быстрее. Хочу поменять аватарку, аватарку поменяй на Украину и сделаю ник Яботиха. Сделаю ник Онетка. Не через А, а через букву О. Все, ребята, все. Давайте еще отключим уведомление. И теперь давайте смотреть, какая же будет у нее реакция прямо на стриме. Вот постоянно ее включаю и... Она думает, что это интернет. Ну, так постоянно. Да, Нетка, это плохой интернет, 100%. Да, 54. За что мне бан? Она думает, что это бан. А Нетка такой фрикенштейн. Она думает, что это бан. Просто представьте, какие у нее эмоции. Извини, у меня, как всегда, что-то с интернет. Я не могу войти. Самое странное, что я уже вышел с аккаунта, но она до сих пор не может на него зайти. Так, Анетка, ты давай пранк не руинь, заходи на аккаунт, и мы продолжим дальше Анетку пранковать, ха-ха. Анетка, на твой аккаунт кто-то заходит. Да не, это исключено. Да, Анетка, никто не заходит. Ну, кто бы заходил, Анетка? Ну, конечно, никто не заходит, ты шо? Смотрите. Аватарку и ник, смотрите. Она не заметила или чё? Хана, Анетка, батиха. Где она? Подождите, у меня Анетка стояла. Так, ребята, Анетка пошла ко мне в комнату. Я делал вид, что это не я. Да, что такое? Где видеомонитор? Не мешай. Yes. Не спалились. Она не поняла то, что это я. Я сделал вид, что монтирую видосик. Все, ребята, погнали дальше ее взломать. Погнали. Ребята, очень обидно то, что все в чате пишут это Кент. Ребят, пожалуйста, не надо меня палить. Никогда не палите меня. Так, все. Захожу на аккаунт Анетки, ребята, и прямо сейчас мы немножко похулиганим. Короче, пацаны, я сейчас, короче... Дай зайти. Анетка, дай зайти. Ох, Анетка. Блин, Анетка меня выбивает, не дает мне зайти на ее аккаунт. Я хочу немножко похулиганить, там, ну, немножко накупить всяких скинов, например, анкомонок, штук так 500. Все, ребят, я зашел на ее аккаунт. Все, ребят, прямо сейчас, короче, будет прям очень жесткий пранк. Я сейчас Анетке отомщу просто за все. Так, Юмпистар 5 Айрон. Делаю цену 007 и покупаю, пацаны, прямо сейчас 400 скинов на 28 голды. Просто представьте, как же это будет смешно. Все, ребята, купил только что на 28 голды 400 скинов. Так, ребят, давайте еще купим теперь ей 5 кейсиков. Теперь выходим и смотрим на ее реакцию, потому что мне кажется, она будет в шоке. Он монтирует видос. Да, это не Кент. Я монтирую видос. Хорошо. По крайней мере, она так думает. Блин, ребят, честно говоря, уже немножко становится жаль Анетка, потому что посмотри, какое у него грустное лицо, прям такое обиженное, расстроенное. Знаете, если бы меня можно взломать, меня бы каждый в школе. Бля! Зачем вы палите, пацаны, не палите. Тебя взломали, думаю, так я взломал. Пацаны, пожалуйста, на будущее никогда меня не палите. В этом же суть пранка, а то пранк не удастся. Все, ништяк. Я чисто на лоха упал, помогая ей поменять пароль прямо сейчас. Просто представьте, насколько же все это смешно. Я Анетке рассказываю, как правильно поменять пароль. Она сейчас заходит, короче, ребята, в Google, пытается менять пароль. Но она не умеет менять пароль. Просто представьте, как же это все смешно. Бедная Анетка. Анетка, смотрите. Отлично! 5 импар кейсичков. Так. Нажми история покупок. Не нажала. Анетка, нажми история покупок. Смотрите. О, нажала.
посмотрите. Что? Это Кент? Нет! Не палимся? Я сто процентов не покупала кейс. Ну а я купил. Ха-ха! Ты не покупала, а я купил. Просто посмотрите на Анетку, посмотрите, она чисто сидит, угорает. Она не понимает, что произошло. Чисто купил 500 скинов. 500 штук, просто представьте. Это ПК. И, вот у меня все, у меня уже есть подозрение, что это Кент ПК. Такой Кент ПК, это не я. Сейчас. Пацаны. Вы издеваете? Посмотрите. Ты издеваешься? Шухер, вообще? Шухер! Идусик! Да-да-да, что такое? Это ж ты. Да я видео монтирую, не мешай, пожалуйста. Покажи. Да вот, 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 смотри, смотри, вот, 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 вот. Я монтирую видосик. Зашел на канал спустя 2 года. Ну, тогда иди сюда. Куда идти? Иди сюда. А что там у тебя? Иди сюда. Короче, ребята. Я только что пришел к Анетке на стрим и сделал вид, что я очень сильно удивился, типа не знаю, что это. Смотрите. А меня скажи, что это ты? А что произошло? Ах, тебя кто-то взломал? Оскара несите, Оскара несите. Подожди, а сколько тебе штук купили? Это ты? Да нет, конечно, ты нормально, я бы никогда в жизни это так не поступил. Это ты! С моей девушкой это никогда в жизни не поступил. Это на тебя смотри, похоже! Смотри, смотри! Смотри! А зачем тебе гнул Айрона? Ты же крафт будешь делать. Так, ребята, и давайте последний раз зайдем на ее аккаунт и продадим арканы. Просто представьте, как же она будет пищать. Вот именно будет пищать по-женски, когда увидит то, что я продал все ее арканы. Просто представьте, как же это будет смешно. Пожалуйста, Нетка, сели, не ругайся. И готов мне кушать дальше. Все, ребят, поехали. Все, зашел, 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 зашел. Все, ребят, начинай продавать. Где ее арканы? Блин, я из этих анкомонов ничего не вижу. Быстрее, зашли. Так, ребят, давайте продадим. Ножичек за 0.3, блин. Анетка, не мешай, выйди с аккаунта. Ребята, чтобы понимали, это видео не постановое. Анетка уже даже запустила просто Кента ПК, да или нет. Я голосую нет. Ну 83% голосуют, даже что да. Пацаны, не палите меня по-братски, вы чё? 83% говорит, что это я, вы чё, ребят? Так, все, сходим на аккаунт Анетки, продаем ее арканы и смотрим на ее реакцию. Это будет очень-очень смешно. Погнали, хулигане, быстрее. Надо продавать арканы за 0.3. Так, оп, быстрее, пока она не зашла. Давай, оп, 003, продал, мне попа, просто представьте реакцию, кто видит проданный Скорпион CIA, мне попа. Так, ребят, окей, все, первый Скорпиончик улетел. Так, давайте смотрим, что еще можно продать, давайте, может, крафт, у него куча легендарок, делаем крафт, это просто трындец. Давайте еще один крафт сделаем, пацаны. Давайте еще один крафт сделаем. О, нормально. И напишем. Спокойно, это бан. Спокойно. Это, напишу. Это бан. Спокойно, это бан, ребят. Так, и давайте, знаете, что я еще сделаем? Так. Давайте применим. Все, применил UMP 45 Iron. Так, ребята, и давайте еще за 0.3 продадим парочку ее легендарок. Просто представьте, как же Анетка будет злиться. Так, 0.03. О, все, продал. Так, теперь продаю вторую. 0.03. Просто продаю весь инвентарь Анетки за 0.03. Это просто трындец. Как можно больше скинов, ребят, продаю. Давайте сделаю крафт со всех эпиков Анетки. Ой, блин, пацаны, просто представьте, когда Анетка сделает на аккаунт, она просто будет в шоке, потому что это просто трэш. Я все ее легендарки перекрафтил вообще. Я сумасшедший. Я все ее легендарки перекрафтил, ребята. Так, давайте, чтобы еще на аккаунте Анетки поделать-то. Так. Давайте, ребята, я ее скины выставлю на рынок. Продать, поставлю. О, вот так. Опа, USP и метрик поставлю за 333 тысячи на продажу. Так, ребят, у нее, если я не ошибаюсь, еще были какие-то дорогие скины. Ах, РТХ! Найди на рынке. Я его поставлю на продажу за 299 тысяч. Все, ребята, все, я все сделал. Теперь выходим и смотрим на реакцию Анетки. Это будет полный разнос. Все, погнали смотреть. Походу, Анетка реально поменяла только что пароль. Ну ничего, мы уже сделали все, что хотели. И давайте смотреть ее конечную реакцию. Мне кажется, она будет очень сильно в шоке. Так, зашли. Спокойно, это бан. Так, что-то поменялось, Анетка видит, да? Что-то поменялось, Анетка заметила. Что это? Я хочу это все продать. Смотри, сколько Анетке придется продавать все это. Я хочу это
Она такая тоже крафты делает, она любит крафты, походу, да? Откуда у меня... Подождите, откуда у меня паук появился? Не понял. Мошенник. Вот это Анетка фрик. Иди папа мошенник. Знаете, что самое смешное? Что Анетка еще не чекала историю. Просто представьте, когда она чекнет историю на рынке, вот это будет самое-самое веселое. Бэм-бум у меня. Бэм-бум, Гуфи, должна тебе бэм-бум. Анетка не понимает, откуда у нее взялись все эти скины. Хотя я просто сделал крафт с ее легендарок. Я тебя люблю. Ой, как мило. Все, Анетка спалила, что это я. Тебе попа. Это ты! Это ты! А, нас спалили, пацаны! Анетка нас спалила! Анетка, я тебе голду отдам с пранком тебя! Историю продаж, чек, я не стою, ты. Ты будешь. Я видела! Короче, пацаны, нас спалили. Это пранк, все, ребят, прямо сейчас пишу в чате. Привет, Ютуб. Это был пранк. Уху. Все, ребята, все. Все, все пишут, ахаха, пранк удался. Пацаны, с вас просто лайк, подписка. Ой, пацаны, пора на это видео заканчивать. Я стрим закончу, мы с тобой пообщаемся. За такой крутой видосик. Обязательно, ребята, напишите, кого следующего разыграть. Подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. Ну а с вами был ваш Кентуха. Всем удачи, всем пока!